Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. И сегодня я покажу вам, как правильно разбирать пилу Makita Duke 356. В первую очередь, по технике безопасности необходимо обесточить инструмент, то есть снять аккумуляторы. В данный момент у меня аккумуляторы уже сняты. То есть, видите, аккумуляторов сзади нет. И в обязательном порядке снять всю режущую оснастку. То есть нам нужно снять шину и цепь. Для того, чтобы снять шину и цепь, нам необходимо снять защитный кожух вот этот. Также он еще называется крышка звездочки в прайс-листе. Снимается он с помощью ключа, который идет в комплекте. Откручиваем гайку. И спокойно снимаем. И после этого мы можем спокойно снять нашу оснастку. Откладываем в сторону. Такая крышка звездочки продается таким образом в сборе. Но компоненты, из которых она состоит, также можно приобрести отдельно, но не все. То есть вот эту главную часть корпус можно приобрести только вот в таком сборе. А остальные компоненты, такие как винт, направляющая пластина, крышка гайки и сама гайка, можно приобрести по отдельности. И также ее можно разобрать. Разбирается она просто. Откручиваем вот этот винт. После того, как винт открутили, с этой стороны можно вытащить крышку гайки. Вот так. Внутри находится гайка. Вот так выглядит крышка. А чтобы снять направляющую пластину с обратной стороны, вот сюда, необходимо нажать каким-нибудь плоским предметом, например, отверткой. И пластина снимается. Теперь приступим к разбору самой пилы. Для начала мы разберем вот этот узел, то есть звездочку и барабан. Чтобы снять сам барабан, необходимо ослабить тормоз. Иначе мы не сможем вытащить барабан. Теперь нам необходимо снять стопорное кольцо. Чтобы снять стопорное кольцо, необходимо плоской тоненькой отверточкой поддеть вот в этом месте. В этом или в этом. Снимать его нужно аккуратно, чтобы оно у вас не улетело. Кольцо сняли. И теперь достаем звездочку. За звездочкой у нас находится барабан и резиновое кольцо уплотнительное. Достается оно просто. Тянем на себя и снимаем. Вот вначале у нас упало уплотнительное колечко. И вот так выглядит барабан тормозной. И теперь очень важный момент. Прежде чем дальше мы будем разбирать пилу, необходимо активировать функцию тормоза. Потому что если мы снимем крышку корпуса в режиме снятого тормоза, то можем повредить пружину. Тормоз установили. И теперь можно продолжать разбирать. Теперь нам нужно снять направляющую пластину L. Для этого необходимо открутить болт М5х12 с внутренней шестигранной головкой. Для этого я использую насадку Torx
TX25. Болт затянут очень сильно и также имеет фиксатор резьбы. И теперь снимаем направляющую пластину L. Так она выглядит. Здесь видим немножко смазки. Теперь нам нужно открутить 6 самонарезающих винтов 6 на 18. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Когда мы их открутим, у нас сразу же одновременно снимется ловитель цепи и когтевой зацеп. И также, как только мы их открутим, мы сможем снять крышку корпуса. Откручивать винты мы будем отверткой PH2. Откручиваем последний винт, который удерживает сразу и ловитель цепи, и когтевой зацеп. А теперь снимаем крышку корпуса R, вот эту вот. Она снимается просто. Если снять затруднительно, можно сюда вот в этом месте поддеть плоской отверткой. И вот так выглядит крышка. Еще раз напомню, никогда не снимайте эту крышку, пока вы не натянете тормоз, иначе вы повредите пружину. Теперь снимаем шестерни натяжителя цепи и сам натяжитель, просто потянув на себя. Вот такая конструкция у нас отсюда выйдет. Натяжитель смазан специальной смазкой. Все разбирается, и можно каждую запчасть, естественно, заказать по отдельности. В итоге наш натяжитель цепи состоит из пластины, регулировочного винта, ведущей шестерни и двух прямых конических шестеренок. Вот одна. И вторая. Теперь достаем вот такую резиновую запчасть. В прайс-листе она называется втулка. Достается она легко. Теперь плоской отверткой достаем вот эту пружину, аккуратно придерживая ее в этом месте. Вот так. И снимаем. После этого мы можем спокойно вытащить соединительную пластину. Вот эту.
просто потянул ее на себя. Кстати, вот эта часть посередине, она сделана из пластика. Даже артикул написан. Теперь снимаем пружину тормоза. Она тоже очень легко достается. Теперь нам необходимо снять два винта М4 на 12 полукруглой головки из переднего защитного кожуха и затем снять фиксатор переднего защитного кожуха. Вот такие два винтика. И снимаем передний защитный кожух. Теперь нам необходимо снять передний защитный кожух. Для того, чтобы его снять, его нужно выдвинуть вперед. И при этом необходимо удерживать пружину сжатия и направляющую защитного кожуха, вот эту металлическую. Вот так выдвинули и тянем на себя. Вот таким образом. Ну а теперь извлекаем направляющую защитного кожуха и пружину сжатия. Вот так выглядит направляющая. И вот так компрессионная пружина. С механической частью мы полностью разобрались. Теперь переходим к электрической части. Для начала нам необходимо открутить три винта М5 на 18 с полукруглой головкой. Вот такие здесь винты. Откручиваем все три штуки. Открутили. Убираем винты в сторону. Разворачиваем пилу, и теперь нам нужно открутить 9 самонарезающих винтов 4 на 18. Показываю, какие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Откручиваем. Открутили. Вот так выглядят эти винтики. После того, как мы открутили все наши винты, разделяем две половинки корпусов аккуратно. Желательно это делать, конечно, вот в таком положении, потому что когда мы отделим половинки, там может выпасть вот здесь пружинка и кнопки выключателя. Отделяется она просто. Без каких-либо проблем. Вот о чем я говорил. Вот это может просто у вас выпасть. Заднюю часть мы пока отложим. Вот так все красиво внутри выглядит. Перейдем пока к передней части. Точнее, не передней, а левой боковушке, левой части корпуса.
Вот так она выглядит внутри. Здесь, кстати, есть два винта, с помощью которых мы можем открутить нашу ручку. Вот такие винты. Винты открутили, и крышка она легко снимается. Точнее, ручка, а не крышка. Также можно извлечь вот эту резиночку. Вот так она выглядит. Да, на крышке еще есть вот такие пины. Их можно снять. Приобрести отдельно, если они у вас потерялись или стерлись. Теперь снимем запчасти, которые очень легко отсюда как бы выпадают, их ничто не крепит. Они закреплялись именно двумя половинками корпусов. Это петля. Она очень просто вот так вставляется. Сама петля состоит из двух частей и разбирается. И наши кнопки, выключатели и пружина. Это все вот так легко снимается. И также потом легко устанавливается. Кнопки выключателей поближе. И пружина. Теперь мы снимем вот эти шланги с масляного насоса и открутим масляный насос. И откручиваем масляный насос. Таким образом выглядит насос. А это у нас как раз регулировка подачи масла. Почему я говорил, что не нужно ее крутить как винт, а у нее всего три положения, показываю, как это работает вблизи. Видите, здесь такая перемычка стоит. В данный момент он в среднем положении. Вот. Одно положение максимальное, среднее и минимальное. Ну, я не знаю, может это максимальное, наоборот, но это не важно. Я просто доношу до вас то, что у него всего лишь три положения. И если вы здесь отверткой сильно сейчас повернете еще раз вправо, вы просто его сломаете. Ну и качает масло он с помощью вот этой шестерни, которая вращается за счет вот этого привода. Здесь также резьба, и об эту резьбу как раз и вращается эта шестереночка. Масляный насос, кстати, претерпел изменения. Они там поменяли пресс-форму. В данный момент у нас уже новая версия. Старая версия, надпись Makita, она почти вот на всю эту часть. Ну а теперь извлекаем всю электрику. Здесь у нас находится выключатель Amron. Кнопка включения. Здесь у нас находится микрик, который отвечает, включен ли у нас защитный тормоз или нет. Давайте его достанем.
Микрик у нас снимается и продается отдельно. И есть также еще один микрик вот здесь, в верхней части. Он включается вот этой кнопочкой. То есть без нажатия вот этой верхней кнопки вы также пилу не запустите. Его тоже можно, если он сломается, отдельно приобрести и поменять. Здесь у нас конденсатор, контроллер, все провода, они закреплены в корпусе, уложены. И между клеммами для подключения аккумуляторов вот такая находится пластина. Кстати, вот эта центральная часть, она тоже претерпела изменения. В старой версии вот это вот место, оно было другим. Его изменили для того, чтобы предотвратить неправильную установку неподходящих батарей. И теперь достаем наш контроллер полностью. Но мы его полностью достать не сможем, потому что для того, чтобы его достать полностью, его нужно отсоединить от двигателя. Этого делать я не буду, потому что зачем лишний раз делать переопрессовку надежных контактов. По контроллеру. В декабре 2021 года сделали изменения. Изменения сделали благодаря документу. Документ этот называется ГОСТ. Это межгосударственный стандарт. Машины ручные, переносные, садово-огородные, электрические. Безопасность и методы испытаний. Документ под номером ES62841. Что конкретно там поменяли, я не знаю. Скорее всего, то, на что все и жалуются. Но это я так предполагаю. Жалуются все, что пила очень быстро отключается, если ей какое-то небольшое время не работать. То есть, когда мы включили ее, зажали, она включилась, если ничего с пилой не делать, очень быстро отключается. Очень многие этим недовольны. Но таковы стандарты безопасности. Контроллер у нас новый. Как я понял, что контроллер новый. Кстати, на контроллере вот есть артикул. Этот артикул не совпадает с теми артикулами, которые дает схема. Такое иногда да бывает. Но как я понял, что контроллер новый, потому что в документе о замене указано, что начиная с серийного номера 20845Y ставятся уже новые контроллеры. А у нас серийный номер 21342. То есть здесь уже 100% установлен новый контроллер. Ну давайте извлечем полностью двигатель из корпуса. Извлекается он легко, просто вот нажав сюда на шпиндель или ударив сюда киянкой, не молотком ни в коем случае, а именно киянкой. В новой пиле он должен извлечься намного легче. Вон, да, он выдвигается спокойно. Отложим в сторону наш двигатель с электрикой, и я покажу, как можно снять вот эти шланги. Вот этот шланг снимается просто, потянув на себя. Вот так он выглядит. А чтобы снять этот шланг, необходимо его вот такими круговыми движениями.
и достаем. Эта часть у нас состоит из пружины и ниппеля. Разбирается также очень просто. Снимается шланг, и с ниппеля снимается пружина. Вот ниппель. Ниппель тоже потерпел изменения, ну как и в саму конструкцию изменений никаких не внесли, просто поменялся поставщик, где их производят. И вот таким образом выглядит правая часть корпуса. Бачок идет вместе с корпусом, то есть отдельно его заказать и снять нельзя. Но можно заказать отдельно крышку бачка. Она снимается, то есть ее можно достать. Таким образом она выглядит, и на ней здесь есть резиновое колечко. Вот колечко вот это можно заказать отдельно. И колечко это тоже в связи с политикой там каких-то закупок, оно потерпело изменения. Давайте разберем двигатель. Для начала снимем стопорное кольцо. Колечко мы сняли. И теперь мы можем снять спиральную шестерню. После этого можно открутить три винта и снять корпус мотора. Вот они здесь находятся. Вот, раз, два, три. Винты М5 на 18. Вот так выглядят винты. Извлекли три штуки. Кстати, на одном винте видно такое ощущение, как будто его перетянули. И извлекаем двигатель из своего корпуса. Это делается очень легко. Вот такой корпус мотора. И вот так выглядит наш двигатель. Теперь давайте отсоединим ротор от статора. Это можно сделать с помощью киянки, если вот ударить вот сюда по валу, но только киянкой деревянной или вот прорезиненной, там с полиуретана, с чего они там делаются. Но ни в коем случае не бейте по валу молотком. Либо вот я решил попробовать съемниками. Идет свободно, я даже не ключом, а кручу, а руками просто вот пальцами. Отсоединили. И аккуратно убираем съемник. Вот так выглядит ротор магнитный. Здесь получается ротор внешний. Внутри магнит. И вал. И подшипник. Подшипник поставляется вместе с ротором. Также подшипник можно приобрести отдельно. Снимать я его не буду, потому что не вижу смысла, его видно и так. Малайзия НСК.
696Z. Ротор в сборе выглядит вот так, ну естественно без контроллера, вот по эти клеммы. Внутри 6000-ный подшипник и стопорное колечко. А внутри вот такие катушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 катушек. И были произведены также у статора изменения. Поменялся артикул из-за того, что там с подшипником, с этим какие-то там поставщик поменялся, короче. Здесь уже стоит подшипник China написано, фирмы CV. Хотя 6000-ный, по-моему, вот если смотреть по схеме старую версию 210-059, у нас, если покупать в ремонт, мы пользуемся, всегда замена идет на 210-059. Странно. Теперь давайте отсоединим выключатель. Выключатель отсоединяется очень просто. Здесь есть две клеммы. На самой клемме есть вот такой рычажок. Не нужно тянуть клемму, вы ее так просто не достанете, потому что вот здесь в отверстии есть специальный зацеп. И когда мы нажимаем на этот рычажок, зацеп этот освобождается и можно спокойно потянуть. Вот таким образом показываю. Вот видите, спокойно снялось. Запоминаем. Белый провод на клемму B1, красный на клемму B2. Также снимаем вторую. Нажали, сняли. И отсоединяем вот эти контакты. Все, выключатели отсоединили. Выглядит он вот так. Прорезиненный, влагопылезащищенный. Компания Амарон. И вот эту клемму вы наоборот сюда не вставите. Здесь специально сделано. Прорези такие, чтобы вы не перепутали. Ну а как подключить, если вы забудете провода, каким, какой куда цвет, это все указано на схеме. Точно так же и снимаются вот эти терминалы. Запоминаем, заранее сфотографируйте, если боитесь и нет у вас схемы, боитесь перепутать. Сфотографировали заранее, как какой терминал подключен. И отсоединяем. Здесь также есть кнопочка. Плоской отверткой на нее нажимаем. И терминал легко освободится. Точнее, контакт. Клемма. Все очень легко снимается. Сняли один терминал. И второй. Вот здесь рычажок, на него нажали и потянули. Все очень просто. Все, больше от контроллера ничего не отсоединяется. Ну, естественно, кроме самого двигателя. Двигатель, точнее, статор отсоединить можно, но так как здесь вот такие клеммники, я не буду их рассоединять. В принципе, пила разобрана. Я думаю, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересно, подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен, там вы увидите много интересных статей, которых нет в Ютубе и на других, в других соцсетях. Потому что как бы текстовые всякие вещи в некоторые соцсети. Потому что текстовые вещи, такие как статьи, их невозможно разместить
в некоторых соцсетях, да почти во всех. Также в группу ВКонтакте подписывайтесь на мою и телеграм-канал. В телеграм-канал я еще фоточки скидываю с ремонтов, которые больше никуда не скидываю. Короче, в каждой из моих соцсетей вы найдете что-то такое, чего не найдете в других соцсетях. Поэтому советую подписаться на все. Ну и следующее видео, естественно, будет о том, как собрать эту пилу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.